Привет, ребята. Честно говоря, меня уже давно это грузит. Из-за моего переезда и, ну, я когда съезжал со съемной квартиры, когда я переезжал и так далее. В общем, у меня не было времени на тренировки вообще. То есть я не занимался где-то 2 месяца. Плюс еще осень, сами понимаете, я потолстел. Вот. И это, ну, я только начал. Вот сегодня была первая пробежка за очень долгое время. Вот. Я потолстел, и я хочу показать. Короче. У меня исчезли кубики. Вот. И исчезли мои косые. Ну, конечно, понятно, я здоровый, там, грудак, все дела, но, блин. Вот, короче. Раньше здесь были классные квадратики. Вот буквально летом даже я был гораздо суше. Вот, а сейчас мне придется очень жестко работать над собой. Потому что, ну, блин, ну да. Вот только вот здесь у меня более-менее нормально осталось. А остальное все, вон он даже, короче, это. Вон, видите, жир вонючий. Вот. Короче, беда. Не. Так-то я, конечно, широкий, да, пацан, чё это? Вот, но при этом пузо, да. Пузо – это проблема. Вот, и, короче, я сейчас буду, ну, правильно питаться, по сути. Вот, и заниматься постоянно кардио. Я думаю, даже к Новому году уже получится себе сделать что-нибудь нормальное. Вот, и вернуть кубосы. Вот, потому что, блин, я люблю выглядеть круто. Когда ты круто выглядишь, ты себя чувствуешь круто, понимаете? Это очень важно. Вот, тем более для чувака, для парня надо быть сильным. Да, пипец, конечно. Ну, ничего. Мне интересно, давайте сделаем ставки, за сколько я смогу это дерьмо. Вот. Я хочу, короче, я не знаю, за сколько. Я думаю, при правильном питании мне хватит месяца, наверное. Вот. Я думаю, месяц, и у меня будут, ну, будет уже нормальный. Или, не, ну видите, они где-то там у меня плавают, жирки. А знаете что? Я настолько красивый, я настолько шикарный, что, ну, кубики это уже будет слишком. Короче, я считаю, что мир еще не готов к кубикам, поэтому я спрятал их с жиром. А, ладно, хрен с ним. Я рад, что я наконец-то переехал, и у меня куча свободного времени, и теперь буду заниматься постоянно. Я лесник. Ну как ли? Да, если я побреюсь, конечно, я буду ребенком, а сейчас. Я пил, сейчас я вам скажу. Ну, там была вода обычная, Evian. Вот. Я еще туда вот эту штучку намешал. Во. Изодринк. Хорошая вещь. Вот. Тут, короче, БЦАшки, L-глютамин, витамины С, Е, В6 и В1. Вот. Витаминки и БЦА. Ням-ням. Да не то чтобы для мышц, просто для этого. Просто для.